Международный валютный фонд признал долг Украины перед Россией суверенным. Как поясняют в нашем Минфине, это значит, что задолженность перед нашей страной не считается коммерческой, как считает Киев, а, соответственно, Украина обязана выплатить 3 миллиарда долларов в любом случае. Срок погашения украинского долга истекает уже в декабре, но Киев платить пока не хочет. Учитывая сложное финансовое положение на Украине, Россия согласилась пойти на большие уступки. Владимир Путин предложил весьма выгодные условия реструктуризации. Выплаты по долгу растянуть на 3 года, начиная с 16-го, но при условии, что западные партнеры Киева дадут свои гарантии. Но Украина все равно платить отказывается. Премьер Яценюк на днях заявил, что его страна, дословно, не будет выплачивать долги Януковича.